Друзья, всем привет! Сегодняшний ролик сделаем о том, как переносим стояк. Вот смотрите, какая ситуация. Полотенцесушитель и стояк. В санузле также сейчас покажу. Наша задача его перенести. Один я это сделать не могу просто физически, а с ТСЖ у них какие-то там переизбрания. То есть сантехник может только прийти и отключить эту воду, и нам надо ее сделать. Что я сделал? Я позвал вот таких двух ребят. Как я их нашел, скажу по секрету. Всем знакомым позвонил, были заняты после праздников, открыл Авито, и больше всех хороших отзывов было у этих двух ребят, Евгений и Саша. Я их пригласил, поговорили, ребята оказались смышленые, адекватные. И мы сейчас вместе с ними будем делать вот этот стояк. Сейчас его перепаяем напрямую и перенесем все эти счетчики вот сюда. Заштробим все аккуратно. И вот вы видите здесь, вот эту петлю мы развернем в другую сторону. Сделаем все красиво. Так, первое делаем, паяем верхнюю муфту. Это даст нам удобный монтаж впоследствии. Сколько греем, Евгений? Ну вот нужно, чтобы вот эта муфта села до конца. Вот этой. Нужно, чтобы муфта села до конца паяльника. И ровненько ее. И ровненько ее делай. Смотрим внутри. Нету никаких перепаяек. Так, сейчас делаем нижнюю муфту, припаяем. Вот она до краев дошла. И сейчас делаем верхнюю часть. Те же самые манипуляции. Сильно не даем. Даем вот, чтобы нагрелся материал сам. Но при этом чуть-чуть применяем силу. Вот. Дошло. Ровненько смотри, выравниваем, так, чуть-чуть к стенке, ага, как-то вот так. Сейчас обрезаем по месту, сколько нам нужно будет обрезать, и в два паяльника сейчас будем паять и соединять. Thank you.
вторые, два стояка, вот они у нас в туалете. Вот так, видите, выглядели. Счетчики стояли здесь, уже сняли, они очень были неудобные. Вверху идем. Байпас, видите, как торчит просто, я не знаю, безобразно. Убирать мы его совсем не будем, просто аккуратненько сделаем поменьше и развернем в другую сторону. И все. И отсюда мы сейчас аккуратно все будем выводить в нужное нам место. Обрезаем и паяем. Сейчас обрезаем стояк. Все подмерили. То есть как у нас пойдет вся трасса. Выставили лазер, не дали метки. Вот где горячую надо обрезать, а где холодную. Обрезаем сейчас, примеряемся, наваливаем сюда тройник. И делаем пайку. Сейчас что делаем? Врезаемся в стояк с холодной водой. Смотрите, наметили, как у нас все будет. Саня держит одну трубу, и Евгений делает саму манипуляцию. Греем стояк, паяли на 260 градусов, этого достаточно. Главное не перепаять, не передержать. Решил я сделать его за, видите, трубой слива. Так будет покрасивее. Но есть небольшие неудобства. Сразу все сейчас вот смотрим, чтобы ничего не мешало. Примеряемся везде. Вроде получилось. Сейчас надо будет уже с двух паяльников кульминацию делать. Смотрим, как здесь все получилось. Все нормально. А перед пайкой труб мы все соединения обезжириваем. Давай, Саня. Полностью все внутри хорошенечко. И снаружи. Убираем всю грязь. Угу, хорошенечко. Вот там ниша внутри желтенькая. Вот это все. Так, и теперь мы паяем нижний стояк. Ровнее делаем, не ровно чуть-чуть. Так, отрезали трубу. И сейчас Александр ловкими движениями все тщательно протирает обезжиривателем. Мастер, конечно, протирать. Пока, да, мастер протирает, но у него все еще впереди. 100%. Дает специалисту Евгению. И сейчас сделаем. Ассистент держит переноску. Жека паяет, а я снимаю.
Сначала фиксируем верхнюю трубу. Так, все, держу. Угу. Так мы и паяем. Все, верхний зафиксировали. Сейчас по месту обрезаем, сколько нам надо нижний. И двумя паяльниками монтируем последний, самый важный стык. Так, сейчас по месту отрезаем стояк, сколько нам нужно. С небольшим запасом, потому что на месте ножницами отрезать не так просто. Ножницами отрезаем и потом болгаркой немножко подтесываем, чтобы шов, стык был ровный. Так, два паяльника наготове. Наготове. Отрезаем стояк. Хорошо отрезался. Да, ровненько. Ну вот, перепаяли стояк, отключили полотенцесушитель, сделал его прямой по желанию заказчика. Здесь будет закрываться аккуратно короб и будет плитка. Еще раз показываю, как сделана инженерная сантехника. Уклон еще выставлю, все отрегулирую. Под пеню и сейчас покажу, что сегодня еще делали мы с ребятами. Бой, паз развернули в другую сторону. Убирать его не рекомендуется, так как может деформации поддаться данный стояк. Поэтому он стоял так, его развернули мы в другую сторону. Все видите, аккуратно перепаяли, счетчики был здесь, мы их всех аккуратно перенесли и сделали вот такую красоту. Все красиво, все термоизоляции обернули. Не хватило еще несколько крепежей 20-х. Докуплю, сделаю. Здесь это еще подмажется все. И сюда будет водонагреватель установлен. Жесткая подводка на инсталляцию. По месту сделаем. И так это все выглядит. Делали это сегодня вот эти два парня. Евгений и Александр. Рекомендую. Ну, хорошие парни, отзывчивые, доброжелательные, без вредных привычек. Не курят, не пьют, слава Богу. И делают свою работу качественно. И сейчас еще раз покажу уже доделанный результат.
видите, я его потом обворачиваю еще раз в термоизоляцию, фиксирую на хомуты. Это обеспечивает хорошее хранение и предотвращение от конденсата, который выделяется. Еще раз здесь все показываю перед тем, как замазывать все, запенивать, как я делаю черновую инженерную сантехнику. Уклоны все выставляю, хорошие, все уходит отлично. И показываю также еще туалет. Вот так, видите, все стояки я обвернул. Не будет у нас никакого конденсата. Все будет хорошо служить. Шумоизоляция. Полностью добавил, где не хватило мне хомутов металлических. Все, видите, прикреплено на хомуты, не на пластмассовые, а на хорошие добротные фиксаторы. Все. Вот так это вся красота у меня смотрится. Ну, на этом свое видео буду заканчивать. Кому понравилось данное видео, поддержите меня, конечно же, лайком, постом, комментарием, какой-то реакцией. Это поможет продвижению моего канала. Также покажите это видео своим друзьям, кто сейчас делает ремонт. На этом все. Рвусь. Всем пока. До скорой встречи. С Богом.